Так, мы в Афинах. И сейчас, через полчаса, будет там готов самый большой салат фета в мире. Ну, вокруг него собралась ярмарка. Мы тут пьем пивасик. Тут наливают бесплатно. Сыры бесплатно. Да, бутерброд со сметаной с какой-то. Там вино сейчас дают. Возьмешь вино? Да, молоко. Я насыпаю. Горы, бутерброды. Ольга, а что дают? Молоко. Ну, тоже девушка красивая. Ольга. Ну что, как молоко? Вкусно. Что дали? Да, классно. Типа, бродо красиво, да? Да. Попробовал? После пива что-то не то. Я под имена попробую. Наоборот, пиво с молоком полезно.